Начну с происшествий. Выходные для ноябрьцев в прямом смысле слова выдались жаркими. Вечером в субботу, 13 июля, в дачном поселке Мечта загорелась баня. Огнеборцы прибыли на место вызова уже через 18 минут. К тому моменту баня уже горела по всей площади. В тушении участвовали 12 человек личного состава, 3 автоцистерны пожарной охраны и 1 автомобиль добровольной пожарной команды. Однако спасти постройку огнеборцам не удалось. Баня сгорела полностью. Причина пожара – нарушение устройства и эксплуатации печного отопления. А сегодня ночью работать пожарным пришлось уже в самом городе. Горела квартира на Мира 89В. Через 4 минуты после вызова огнеборцы уже были на месте. В результате происшествия огнем повреждены ванная комната, кладовка и коридор. Остальные помещения квартиры лишь закоптились дымом. Незначительно поврежден также подъезд дома. Причина произошедшего, сведения об ущербе, а также виновное лицо сейчас устанавливаются.